Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. 29-я сура Священного Корана, 69-й аят. Астаъузу биллях. Валладина джахаду фина ланахдиеннахум субулана, ва инна Аллаха ламаъль мухсинин. Всевышний Творец в заключительном Священном Писании в данном аяте говорит о том, что валладина джахаду фина — те, кто прикладывают усилия пред нами, джухд. Каждый из нас с вами, соблюдая пост в течение месяца Рамадан, прикладывает определенные усилия. Избавляясь от вредных привычек тех или иных, прикладываем усилия. Где-то сдерживая свой гнев, прикладываем усилия. Где-то стремясь к большему и к лучшему, прикладываем усилия. Кто-то только начинает намаз читать, прикладывает усилия. Джухд. Прикладывая усилия в благом, в праведном, созидательном, в обязательном. Что мы получаем в результате? Всевышний Творец говорит, мы им откроем благословенные пути. Новые возможности, большие возможности. Мы им откроем благословенные пути. Так что вот это ощущение возможности, не внутренняя зажатость, не внутренняя ограниченность, в том числе и месяц Рамадан и соблюдение поста должны открывать наши души, давать нам воодушевление, вдохновение, настрой, чтобы добиваться большего и лучшего. И в аяте в конце говорится, поистине Аллаху Та'аля, Аллах, Бог, Господь, Он вместе с теми, кто мухсин, делает свою работу наилучшим образом. Мухсин – человек, который поступает правильно. Пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, говорил, «Лиссаими фархатан яфрахухума, иза афтара фариха би фитре, ва иза лакя раббаху фариха бисауми». У постящегося две радости. Первое, когда он разговляется. Разговляясь, он испытывает радость. Мы с вами как раз каждый день поста разговлялись, и у этого состояния, кто не пробовал, не знает, какая-то особая там радость. Может быть, даже в какой-то степени неземная радость. Но на самом деле неземная радость будет вторая. Это когда человек предстанет пред Господом в судный день, и в его личных делах есть соблюдение поста в месяц Рамадан. Вот он очень сильно порадуется тому, что он не поленился, был обязателен в том, чтобы выполнять пост в месяц Рамадан. И вот в судный день он на самом деле этому очень сильно порадуется. Вот эти две радости. Тот пост, который вчера завершился. Иншаллах, чтобы эти радости, особенно вторую, и мы, и наши дети, наши потомки в судный день испытали, почувствовали по милости Творца.